В Париже стартует климатический саммит. Саммит пройдет по случаю второй годовщины Парижского климатического соглашения. В Париже 12 декабря состоится однодневный саммит по защите Земли от глобального потепления. Об этом сообщает Радио Свобода. Саммит, совместно организованный Францией, Всемирным банком и Организацией Объединенных Наций, устроили по случаю второй годовщины принятого в 2015 году Парижского климатического соглашения, отмечается в сообщении. По словам организаторов, основное внимание будет сосредоточено на внедрении инноваций, чтобы поддержать и ускорить совместные усилия стран в борьбе с изменением климата. В саммите примут участие десятки глав государств и правительств, причем президента США Дональда Трампа, который объявил, что Соединенные Штаты выйдут из несправедливого Парижского соглашения, не пригласили. Не будет на мероприятии лидеров других крупных загрязнителей планеты, Китая, Индии, Бразилии и России, а среди стран-членов ЕС, лидера Германии Ангела Меркель. Подписанное лидерами 195 стран Парижское климатическое соглашение ставит целью ограничить рост средней глобальной температуры на планете. В перспективе, чтобы к 2050 году она возросла не более чем на 1,5 градуса по Цельсию. Напомним, американский президент Дональд Трамп решил вывести США из Парижского климатического соглашения, заключенного в 2015 году, пишут американские СМИ. Как изменилась планета Земля и чего ожидать? По материалам сайта news.com.